Экипаж космического корабля Шэньчжоу-15 провел на орбите рекордные 186 дней, более полугода, и, наконец, вернулся домой. 4 июня капсула приземлилась на посадочный полигон Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия. В Китае к возвращению тайконавтов тщательно готовились. В поисках тайконавтов после их приземления участвовала наша медицинская команда. Перед этим мы провели 5 коллективных учений и десятки индивидуальных тренингов с сотрудниками всех подразделений. В тренировках принимали участие воздушные и наземные службы полигона. Именно они обнаружили возвращаемую капсулу сразу после приземления и провели первичный медосмотр, чтобы оценить состояние здоровья тайконавтов.